что наше любимое место. Крайний ужин. Завтра мы уезжаем. Великолепная погода. Кушать уже не можем, взяли всего по чуть-чуть, ну что поделать, да? Великолепно пахнет запах, вот эти цветы все цветет. Может, это и есть жасмин, а может быть и нет. Рыбу, говорит, давай.
решили немножко поужинать. Сейчас все попробуем. Посмотрим, как дальше пойдет. Пока красивенько все. Ничего себе, жульен. Не маленький такой. На двоих. На двоих, да. Ну и парочку пироженок в догоночку. Лиль, привет. Ну что, перекусим? Ты работаешь? Ладно. Что у нас там сегодня на ужин?
Вот. Вот. Жульен. Жульен у тебя? У меня всего понемножку. Все. Всем приятного аппетита. Очень худенькие воробушки. Thank you.
креветки будешь? Да. Бери парочку. Три штучки только? Может, на отдельную положим? Ну, я себе положу, ты себе положу. Хорошо. Я положу отдельно. И сколько? Я не знаю, штук 6. Смотри, какая красотулька. Да, я тоже буду, конечно. А большую будешь? Большую не будешь, только маленькие? Ну ладно. Работник невидимого фронта. Есть будем? Походу нет. Что? Есть будем? Да, сейчас я отвечу. Ну что сказать, еда в главном ресторане, в общем, нам понравилась. Такая твердая четверка. Ну, все вкусно, как бы хорошо. Ну, по минимуму, потому что много людей в отеле. Ну, в общем, хорошо, хорошо. Ну что, пришел, соскучился, да? Вон, иди к Леле, может, он тебе что даст. А ты будешь его кушать, да? Я кушаю? Да. А, ты кошки? Да. Он чуть не обосрался. Сидит там, бегает под столом у тебя. Что ты там делаешь? Кошку твою снимаю, что? Она ест перепелочку. Такие классные эти беседки. Тут еще так пахнет такими цветочками запах жасмина. Скорее всего, тоже жасмин, только такой плетущийся. Что вот эти вот? Ну, беседки вообще классные просто. Такой запах здесь хороший. Да, согласен. Я еще мороженое себе взял. А я что-то набрала каких-то пирожных, я их точно не съем. У меня вот пирожные, латте на одном написано. И вот какой-то дела. Кушай теперь, что делать? Просто посидим. Спешить некуда, погода хорошая.